объект был начат благодаря инициативе жителей. Они выиграли и набрали необходимое количество голосов в бюджете участия. Однако в их бюджете участия здесь было предусмотрено только установка лавочек и самый обычный недорогой тротуарный плит. Прокладені електромережі, прокладаються мережі поливу, заходжено, зайшли озеленення, прокладені всі комунікації, які повинні бути сприховані або не приховані. Роботи ведуться згідно технологічного циклу, згідно проєкту. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.